первый турнир, который прошел в прошлом году, конечно, у всех остался в памяти. Во-первых, он был довольно сильно организован. И я уверен, что турнир, который мы проводим сейчас, начинается, турнир памяти Бориса Луневского. Это уже второй. Будет проведен на уровне, я думаю, даже выше, чем был первый. Для этого, как у организаторов, так и у нас, есть все возможности, все ресурсы. И я думаю, что все дети, которые будут играть, останутся довольны. И турнир запомнится, как и предыдущий. Мы одна из немногих айтишных компаний в городе, которая не использует никаких схем всевозможных. И поэтому мы пытаемся применить открытость, чистоту везде, в том числе и в спорте. Поэтому мы все время просим и контролируем и организаторов, и тренеров, представителей команд о том, чтобы дети, которые играли, они соответствовали своим годам заявленным. Количество команд возрастает, количество детей возрастает. Турнир становится популярным. Этот турнир, как вы знаете, посвящен памяти Бориса Луневского, известного харьковского тележурналиста, комментатора, который сделал очень много для развития и становления харьковского спорта. И мы очень рады, что с нами снова здесь его сын, тоже известный харьковский тележурналист и спортивный комментатор Александр Луневский. Я ему слово передаю. Сейчас вот мы постараемся сделать вот с нашей стороны, да, с журналистской телевизионной, чтобы это было еще интереснее. Ну и, честно говоря, вот то, что этот турнир вот приобрел такое количественное увеличение такое, да, это очень, конечно, приятно и очень здорово. И хочется пожелать командам удачи, да, и организаторам, чтобы все прошло так, как задумывалось, и даже лучше. Много сил в это вкладывает наши друзья и партнеры из Плариум Украина. И здесь еще один Саша, Александр Борисов, директор харьковского офиса Плариум. Турнир становится уже и популярным, и входит в систему, так скажем так. Это уже второй турнир. Мы все чтим память Бориса Луневского, хорошего человека, хорошего журналиста. И хотелось бы пожелать, чтобы все ребята, молодые футболисты, дети наши, которые будут принимать участие в этом турнире, тоже запомнили это как праздник. Все, что необходимо со своей стороны, со стороны организаторов, нас как и спонсоров, да и тут нельзя не упомянуть Фармакадемию, которая тоже нас поддерживает довольно сильно в этом плане. Я думаю, что праздник удастся, всем запомнится, и я желаю всем вам побед, хороших результатов и удачи. Давайте тогда первую команду группы А, тяните, вы как победители прошлого турнира. Открывайте, вы открываете, показывайте всем. Дюш 7. С этой штукой. Феникс 2006. Наверное, будет волна. Точно? Ты же волна. Да. Саша, пускай. Да? Саша. А я так потом. Я ту корзину. Хорошо. Так, это команда А2 у нас сейчас. Команда А2. 64. Юж 4. Все под ТО 3. Не помню. Валки. Валки. Команда С2. Штурм. Штурм. Арсенал 1. Арсенал. ФК Пятихатки. Балаклейская дю США. Да и Валка там лет 7 уже. Видя не даст. Команда Д3. Д3. Легенда Феськи. Сереж. Волна. Значит, волна группа А.
И Феникс 2007, ну, понятно, группа С. Пожалуйста, первая команда в группу Б, вторая команда в группу Д. Поможете? Первая, Арсенал 2. Арсенал 2.